Из-за своенравного характера прежние хозяева не смогли совладать с овчаркой и отдали ее профессионалам. Так Церра попала в Приморский кинологический центр. С кавказской овчаркой кинолог Светлана Белова работает уже 2,5 года. И как результат, награды за терпение и настойчивость полицейского стали отличные показатели в служебно-оперативной деятельности. Теперь собака не только разыскивает наркотики, но и постоянно совершенствует свой опыт в разыскной деятельности. Собак я люблю с детства, это, наверное, врожденное, потому что собаки у меня дома тоже есть собаки. Домашняя собака также рабочая. То есть что дома, что здесь, мне нравится работать с собаками. А недавно сотрудница зонального центра кинологической службы УМВД России по Приморскому краю представила Приморский край на всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов в Чебоксарах. Кинолог со своей овчаркой Церрой приняла участие в состязаниях по поиску наркотиков. Полицейский и четвероногая подопечная справились с этим испытанием на отлично и заняли почетное 3-е место. Кинолог с собакой должен работать именно в паре, потому что вот я, когда судил сотрудников, я именно оценивал, как кинолог управляет собакой, как данная собака находит, и именно от этого зависел успех. Отстоять честь родного Приморья Светлана Белова смогла, хотя изначально была уверена в победе, ведь ее любимцу нюх еще никогда не подводил. Инна Гончарова, «Панорама».